Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в BioShock. Мы находимся в продуктовом районе, то есть в районе продуктового рынка. Здесь, как слышите, довольно весело. Но, в принципе, и грустно тоже, потому что вон там справа у нас ракетница. Нам нужно найти несколько частей, одного состава, который в итоге откроет нам дверь, позволит нам создать противоядие против того, собственно, яда, который отравляет атмосферу, которым... Ой! Отнюдь! Которым Райан пытается, собственно, отравить все здесь. Так, что я хочу? И почему? Ладно, давайте аккуратно пробираться. Здесь не очень-то и хорошо. И здесь у нас, кстати говоря, один большой папочка имеется. Тихо, спокойно. Там что-то я как-то из бухты-барахты эту серию начал. Надо поаккуратнее. Давай. Все готово. Так, теперь, смотри, какая колбаса, это просто слоновий размер называется, King Size XXL. Гнилая тыква, похоже, никто уже давно не покупал. Ничего нет у вас. Так, денег у нас нет, поэтому только автозлом можем взломать, но почему бы нет. А, денег у нас есть, но это так не взломается, видимо. Окей. Ну, раздают, давайте зарядим свою трубу. Потому что скоро папочка. С папочками у нас разговор короткий. Хоп, готово. Запах, я думаю, представляете какой. Красота. О, а вот он. Помнишь, как говорится? Вот оно. Так. Погнали. Блин. Сейчас я чувствую, я грибу от него. Это более вероятно. Пошло. Не вошло. Так, теперь берем электрическую картечь и дарим ее. Нет, все. Мистер Павел, прошу вас. Да не бойся. Все хорошо. Нет. Спасибо, мистер. Спасибо. Все, гуляй, пацанка. Сейчас куда полезть, интересно. Ну, ладно. Не будем за ней следить. Там у нас товарищ был. Я не думаю, что от него что-то осталось после этой заварухи. Да, он кровавое место. Там я видел еще один энзим. Вот, собственно, и он. Только эти звуки, тут слишком много этих капер. О, серебряная пасека. Клево. А это вода. Ну, тоже неплохо. За 10 лет в этой дыре я привык к очень низкому уровню жизни. Но даже на самом дне аквариума человек должен держаться принципов. В этой жалкой забегаловке Уорли начал... свое отвратительное вино водой. Когда я его в этом обвинил, он мне заявил: Пьер, не волнуйся, вода дистиллированная. Могло быть хуже. Я мог ее черпать прямиком из океана. Нормально. Так, ну сюда мы пойдем. Подожди, это у нас... Откуда берутся такие, как я? Да господи, откуда я ты вылезаешь-то все время? А вот эта штука у нас уже проигрывается третий раз, при том, что...
Мы ее уже слушали. Послушаем какую-нибудь запись, потом начинает проигрываться она. ПК-версия. Ты такая ПК-версия. Видимо, нам проигрывают его так часто, чтобы мы понимали, какая сволочь это Тененбаум. Все-таки это она все с детьми сделала. Сейчас она на нашей стороне, но с другой стороны, если посмотреть, то по-хорошему ей надо пустить пулю между глаз. А лучше, чтобы помучилась, потому что это сволочь та еще. Ведь все это, если я не ошибаюсь в своих рассуждениях, было сделано тупо ради выгоды. Ух ты. Им нужно было добывать больше Адама для их экспериментов. Они отобрали у всех жителей города. Я слышал. Че? Лучше выходи. Так нам обоим будет лучше. Че ты слышал? Капец, столько народу погубили. Повторюсь, BioShock Infinite было вообще не жалко никого, потому что это были сволочные люди в целом. Здесь люди жили обычные, они хотели лучшей жизни, но им не повезло с правителями. Правители их просто спустили в утиль. Сволочи! Так, ну. Доктор Сушонг, честно говоря, меня шокирует ваше предложение. Если бы мы изменили структуру нашей коммерческой линии плазмидов, как вы предлагаете, и позволили бы ментальное воздействие на пользователя посредством феромонов, разве это не дало бы нам возможность эффективно контролировать действия граждан Восторга? Свобода воли является краеугольным камнем этого города. О, как. Сама слышите? Мысль о том, чтобы от нее отказаться, недопустимо. Однако, сейчас и впрямь на дворе война. Если Атлас и его бандиты возьмут верх, разве они не превратят всех нас в рабов? И что тогда станет с нашей свободой воли? Отчаянные времена требуют отчаянной меры. Свобода и есть что. Что ты скажешь? Так, сейчас меня шарахнет током. Я никак не могу. Окей. Замечательно просто. Морозилка. Ну, я так понимаю. Блин, что происходит? Чего не кидает так? Все тут растаяло уже. Да. Дела. Давай посмотрим. Стоило того. Его свет сияет даже здесь. Спокойно, свет. Пожалуйста. Свет говорит. Ага. Так, ну ладно. Куда мы пойдем? А что у нас тут? У нас. Подожди. Мы же освободили сестричку. Так, какого черта там ходит? Просто папочка ищет. Блин, я хочу все осмотреть. Мне так интересно, давно не было в игре. Окей. Окей. Отсюда мы пришли. Здесь у нас... О, какие звуки. Блин, ну как папочка воет, это, конечно, да. Голем. Здрасте. Букер. Ну
ты подурнел. Канал Ева 2. Получи больше Евы с каждой аптечкой, используя новый канал Ева 2. Отлично. Это нам пригодится. Добро пожаловать на раз. Ноуп. Да. Это не кстати. Устраивает. Так, тут все. Моя месть настигнет тебя. Да откуда ты берешься вообще? Ребята, пора вас познакомить с химическим испарителем. Что-то как-то не алло, честно говоря. Здравствуйте, мы тут своими делами занимаемся. Так, ладно, погнали уже. Ты узнаешь, что я отхвати. Так, здесь ничего больше, я так понимаю. Вон там выход на рынок, а здесь внизу еще что-то есть. Чё-чё-чё? Офигеть. Так, ребята. Вы, по-моему, обалдели. Тихо-тихо-тихо. Блин, да откуда уберётся с таких количеств? Ой, блин. Молодца. Помогаешь мне. Окей, патронов практически нет. А, вот это вообще было просто фиаско. Думаешь, я тебя не достану? Не достанешь никак. Ничто! Так, ну теперь можно поприкалываться с пистолета. Пожалуйста. Раз я в безопасности. Иди сюда, ты! Ой, в безопасности, кровь. Говорю. О, господи, у меня кровь! Иди сюда! Ой, да япона, мать! Откуда у вас тут столько понабежало-то? Отлично! А где ты там? Я тут. Хорошо, хоть долларов набрали. Не так, чтобы много, конечно. Я сделаю, что скажешь. Да ты посмотри сделаю еще. Все. Так, все, наконец-то. Трончики. Живем. Здесь что? Жутик, хватит ходить в этих местах. Там еще один папочка, смотри. Мы отвернулись от тебя. Будь ты проклят в этом городе. Окей. Да вот. Так, хорошо. Еще водички. Говорил же, не зря сюда пошел.
правда, не зря пошел. Так, отвезло. Все хорошо. Так, топерыча. Мы можем пойти вот сюда. Смотри, как его, да? Это кто его так шарахнул, интересно? Что он аж пробил эту опору? Даже знать не хочу, и тем более встречаться. Я просто хочу поспать. Только поспать. Здесь вообще бой был. Либо кто-то с ним дрался и снес вот эту вот хрень. Либо это он. Да, Тененбаум совсем поехавшая. Как такой доверили что-то вообще? Сегодня на прогулке я впервые столкнулся с такой парочкой. Он кособокий громила в вонючем гидрокостюме, она грязнуля в замызганном розовом платьишке. Бледная до зелени и как-то странно держалась, так словно бы родом совсем не отсюда. Нет, я понимаю, что такие люди тоже нужны. Но хотелось бы, чтобы они вели себя хоть чуть-чуть поприличнее. Пока мы тут просвещались, еще понабежало народу. Откуда же появился? Это мой Адам. Спокойно. Маленьких сестричек, в тревожные времена дайте вашей девочке ту жизнь, которой она достойна. Так, хорошо, первый этаж зачищен практически полностью. Есть, конечно, какой-то... Окей, сюда мы, видимо, пойдем попозже, потому что сейчас я, честно говоря, ничего не вижу вообще. Если только методом подбора посидеть тут пару часиков. Так никак. Хорошо, тут мы еще не были. Мы думали, что спрячемся тут от света, но мы ошиблись. Господи, я променял тебя на мамон. Когда ж вы кончитесь, да? Боже, боже! Так, ладно, в итоге мы вышли туда, где уже были. Фу, все, пойдем, короче говоря. Мы тут подзадержались уже. Жуткое место одновременно. Интересно. Интересно его обнюхивать прям. Так, ладно. Восторг напоминает. Океанское дно – наш дом. Но оно таит в себе опасности. Любая братья... Сначала сюда. И долго это будет? Такого плазмида у меня нет. Это... Проклятые насекомые! Все, понял. Мед не трогаем. Пасека. В закрытом помещении. Вы что вообще, что ли, с ума сошли? Так, это мы не трогаем, ладно. Так. Рой насекомых. Отпускает. Атакует множество врагов одновременно.
Отстой. Ну, возьмем. Давай возьмем, что. Я не вижу в этом ничего хорошего. Ну, ладно, пусть будет. Так, это не оно. Какого черта? Вместо папочки поставим рой насекомых. Это будет, по сути, о, какая пакость, смотри. Бесполезно, но весело. Да. С такой рукой это пипец. Адам действует как благотворный рак, уничтожая врожденные клетки и заменяя их на нестабильные стволовые разновидности. Именно эта нестабильность порождает удивительные свойства. Но она же является причиной косметического и ментального ущерба. Нужно все больше и больше Адама, чтобы сдержать лавину. С медицинской точки зрения это катастрофа. С деловой? Ну что ж, Фонтейн видит возможности. Это нормально? Сейчас мы дым пустим, и все будет нормально, да? Хорошо. Так, а что нам там? А может, я свой? Потому что у меня... Навряд ли. Так, разогнали и побежали. Напалм. Что я тут делаю? Блин, время кончается. Давай быстрей. Ай, блин. Вот, за что любить эту игру, да? То есть каждое помещение это что-то уникальное. Такого нет больше нигде в этой игре, вы этого не увидите. И это, на мой взгляд, серьезный такой серьезнейший зачет. Так, тут ничего. Вот. Вот. Сразу три штуки. Круто. Ой-ой-ой. Блин, какой стоит гул. Давай. И тут осмотрим еще. Шоколадка. Хорошо. Зубить меня? Урою! Я тебя все равно догоню! Еще что есть? Да свали ты от меня, психопат. Ай. Ладно, все, уходим. Почему-то мне все еще показывает сюда. Я что-то не взял. Ну хорошо, давайте искать. Пакость. Ладно, короче, все нужно эти обыскать, походу. Вот. Да икона, мать. Вот вот. Еще что-то есть. Так, берем, пожалуй, давай по новой.
Блин, мне не нравится это место вообще, просто ужасно. Хорошо, погнали. Где еще чего может быть? Ну, блин, там опять какие-то пассажиры бегут. Давай, беги, трус! Когда ж вы уже, я не знаю, как кончитесь. Пожалуйста. У меня еще жадность, как обычно, это душит. Там они лежат, надо успеть. Карманов у них. Вернись! Да не то! Капец, я просто гений. Сам себя подзорвал. Так, вроде все, да? Кушайте, кушайте. Не сказал бы, что работает. Закройте дверь, помогите. Так. Короче, что там у нас еще? Еще нужно дистиллированной воды. Где-то здесь. Не! Я не думаю, что в этом причина. Сигареты Oxford Club. Для придирчивого вкуса. Окей. Эволюция в бутылке. Ай, ой, ой, тихо. Пулемета не хватало еще. Хотя сейчас мы, знаете, как сделаем. Мы его взломаем. А, да. Так, 15 баксов мне это устраивает. Все, 15. Все, теперь вся техника на нашей стороне. И мы начнем тут хозяйничать. Две воды. Круто. Что здесь было вообще? Гильзы кругом. Кровище. Меню. Тауниппорт. Файншилл. Но место на самом деле так себе. Окон нет вообще. Смысла тут сидеть. Как в погребе. Так, окей. Тут нам ничего не надо. Рука у меня просто прелесть. Я не знаю. Как, по-моему, слишком. Шо? Так, почему не работает? Паре приехал. Так, он там снизу, что-то вижу. Сейчас мы отсюда. Я терпел это ради тебя, отец. Тебе же это нравилось. Спокойно. Че кидаешься? Шума на тебя. Ай, что происходит? Блин, ржет так противно. Блин, тут опять папочка ходит. Но девочка спасена, так что нормально. Она, я думал, ты место поменьше, конечно. Но потом ее нашли в пруду. А, ну вы поняли, да? Она говорит, тоже хотела сыграть эту роль, но ее нашли в пруду. Ты ее грохнула, что ли? Так, отсюда мы пришли.
И знаете, это мне напоминает Bioshock Infinite. Помните, там такой ресторан, а внизу спуск больше самого ресторана. Там тюрьма и всякие камеры пыток. И что-то наподобие. Ну что, одна осталась. Почти все. Так, это нам ничего не дает. Блин, кто где? Вот она. Спокойно. У тебя уже собраны все компоненты для препарата лазеря. Если да, то иди на батисферную станцию, а потом обратно в лабораторию Лэнгфорд и залей это ведьмино зелье в распрыскиватель. Оно поможет справиться с туманом. Так, понял. Я думаю, просто если его не трогать, что он сделает? Во, улучшение оружия. Томми Ган улучшить не можем. Либо мы улучшаем сейчас дробовик, либо пистолет. Я предпочел бы дробовик. Ну, как-то вот так вот. О, смотри, какая бешеная штука. Да, это был эпичный просто пробор. Но не могу сказать, что как-то слишком лучше стало стрелять. Я чуть не в упор. Ты сегодня не готов. Давайте по-быстрому проверим, что тут внизу еще есть. Это уже излишки на всякий пожарный. Вот. Вот она. Иисус любит меня. Каждый фотоохотник мечтает всегда попадать в цель. И теперь у вас есть фотоглаз. Вы увидите мир в новом цвете. Окей. Вот это. Да офигеть, это как это произошло? Так. Вроде не кончится, надо. Да блин! Да не то! Да не то! Помоешь мне? Телефона, мать! Ну это просто. Что ж происходит-то? Ну там фонарели, что ли? Я не могу просто двинуться уже. Думал, все застрял по питанию. Я думал, хана. Стою на месте, не могу выйти оттуда. Заглючило. Ладно, выбрался. Зато потратил из-за этого кучу всего. Так, все, к чертовой матери уходим отсюда. Мне уж тут не нравится совсем. О. Да, подвинься ты, уходи уже, давай. Ты посмотри. Я слыб, я подвергну тебя. Все равно дробайк какой-то не алло вообще. Как так можно? С улучшениями, блин, в упор врага с одного выстрела не убивает. Смысл-то в нем тогда? О, так, что, выходим? Теперь нам нужно возвращаться совсем и, блин, посмотрите, какие еще. В 1919 году я бежал из страны, которая променяла деспотизм. Марксистская революция просто заменила одну вместо... Да, тебя только не хватало. Владитель стал теперь...
все, до свидания. Актриски, привички. Ну? Какого черта вообще? А, вроде нравится. Давай, давай. Телефона мать, сдохнет уже. Так, с этим все плохо. С этим все плохо. С этим плохо. Надо будет патроны купить потом. Или отобрать. Но как бы там ни было. Все потом. Вот. Отлично. Так, ну я не знаю, давайте картечь возьмем, раз мы улучшили уж его. Хорошо, вернусь. Дробовик, в принципе, терпимый, удобоваримый. Пойдет. Воздух тут становится все более разреженно. Все, бегу. Так. Откуда ты взял стил, тупо? Блин, я ж вздрогнул. Ну ладно, шлюз, и пришли. Интересно, когда они тут жили, они тоже так шлюзом пользовались? То есть, заходят, открывают один там, затыкают уши, открывают рот, чтобы давление перепады их не начали мучить. Странновато. Так, есть кто? Не сопротивляйся неизбежно. Ну, замечательно, бежим. Ты посмотри, вот этот дробовик называется. Так, ладно, поспеши. Бля, оно кругом. Ладно, сейчас свалим. Давай, давай, пошел. Подожди, сюда. Вот оно, отлично. В этом плазмиде тоже, ну посылаешь ему вообще плевать. Так, у меня здоровья не так, чтобы много. Это все потому, что я ломлюсь. Зачем я ее взломал? Я думал, появится. Хотя нет. Ладно, черт с ним. Здесь никого не появилось. Здесь свою папочка ходит. Да. Так. Ты не против? Мало ли что там. Так, окей, все, дошли. Ну, и, собственно, что-то у меня такое ощущение, что я не то сделал.
создать препарат Лазаря. Что я делаю не так? Окей. Возможно, в той комнате я что-то поспешил. Проломился. Да нет, с нами ведет сюда прям. Я туплю? Или нет? Скорее всего, да. То есть, я сам знаю ответ. Какого черта делать? Так, давайте почитаем. Вы нашли все ингредиенты. Идите к универсальному конвертеру и создайте препарат Лазаря. Если это не универсальный конвертер, то что? Это тоже на него не похоже. И это... И это... Да и это не похоже. И это тоже. Это не похоже. Что-то я, видимо, в этой жизни не понимаю. Давайте мы, знаете, наверное, на этом закончим, а в следующей серии, собственно, найдем этот конвертер, потому что я уже в торопях, меня там уже позвали кушать. А кушать я люблю. В общем, увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Эта серия была довольно-таки насыщена всякими интересными событиями. Мне понравилось очень. Надеюсь, вам тоже. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.